Да? Нет, нет, не здесь. Нет? Может, здесь? Нет, нет, давай, дальше давай. Здесь, да? Нет, нет, не здесь, езжай, езжай. Что, здесь? Нет, не здесь, дальше, дальше, езжай. Что, здесь нормально? Может, здесь? Да, здесь нормально. Нормально. О, как раз еще летит он. О, ставлю, оставлю. Ассаламу алейкум, сержант Муратбаев, документы, пожалуйста, можно? Ассаламу алейкум. Что, не узнаем, что ли, а? Сейчас один звоночек сделаю, быстренько меня отпустите. А, или без работы остаться хотите? Без работы, один звонок. Подожди, а что здесь, сеть не ловишь? В том-то дело, сети нету здесь, а? Чё мы здесь стоим, думаешь, а? Один звонок, все, оформляй по полной его. По полной все оформляй. Все, братан, подожди сейчас, подожди. Брат, нормально, брат, сам как, брат? Жахсы, брат. Алло, брат? Да, брат. Чё там, брат? Ничего, брат. Все, брат. Э, брат. Алло, брат, давай общаться без брат. Нормально, с улицы еще адам ксоп. Все, родной. О, родной? Давай, родной. Давай, родной. Все, увидимся, родной. Конечно, родной. Вот на колодец, да, вот дави его. Ага. Вот еще два колодца, дави его. Ага. Вон еще один конкретный колодец, он. Ходов концентратный колодец, по нему пронит. А что мы по колодцам едем? А что ты... 100 колодцев собрала, пока я ехал, смотрел на тебя. Что, осталось 3 колодца, по ним тоже проедься? Ой, Миржан, я думала, ты мне помогаешь. А что, ходов концентрироваться не так? Конкретно смотришь ходов, Бьярн? Вот, вот, правильно, по всем колодцам. Вон еще 2 колодца. Херачь по ним. Собирай колодцы по городу. Что дальше? Что дальше? Сейчас будем искать какую-нибудь яму конкретно, чтобы басмен крыт туда прям. Молодец, молодец, прям... Он колодец стоит посередине дороги, по бокам по 30 метров. Левой или правой стороной? Любой стороной. Я говорю, колодец стоит посередине дороги, по бокам по 30 метров свобода. Он прям по нему едет, не надо обижать. Колодцы, их ставят специально, чтобы люди по ним проезжали. Надо проверить качество металла. Давай на заново на бумага на умна. Вот Джинмасиксди на жестко в кредит по тайной Петерсона. Ай, нурка, в Джинмасиксди или ставим. Это Дисней, походу, так, сильно. Но умщищи. Но не прочитанная литна. Там басу греки, ладно? Не литна. Начни все чистого листа. Кот так живешь. Фу, ебать. Как зовут будущее жена лит? Давай посмотрим. Айда. И на Айнурка Гурсу пиздец. Расскажи, когда последний раз был счастлив на? Недавно на. Масло и закинулся пиздец на. Сейчас ты здесь, смысл? Сколько я мам, ведь и нам такого стезена стой, старый Нептрон, нахуй. Давай. Я так на, я воспитанный человек, нахуй, ёб твою мать. Всем привет, меня зовут Кирилл, и сегодня я вам покажу, как сделать вид, что ты усердно трудишься в офисе. Техника быстрой смены окон. Ну это, короче, можете и ютубчик смотреть, и типа работать, поняли? Всегда таскайте с собой папку, чтобы казалось, что у вас очень много работы. Не забывайте тусоваться у диспенсера, пить воду, типа. Взгляд занятого человека. Всегда повторяйте за боссом. Нужно сдать отчет. Нужно сдать отчет. Нужно сдать отчет. Завтра собрание. Завтра собрание. Завтра собрание. Завтра собрание. Прикинь, у моей жены цистит. У моей жены цистит. У моей жены цистит. Виктор, сколько время? Уже 6. Всегда уходите вовремя. Тупые приколы старшего брата. Сейчас, сука. Помогай там. Ты корми, помогай там. Ты корми, помогай там. Ильяс, Ильяс, быстро, быстро, Ильяс. Ильяс, быстро. Ой, давай, ты че, Ильяс? Ильяс, давай быстро. Фу, сосы, коза. Почись, со звуком не воняет же, что ты как этот? Не бойся, не бойся. Щеки бумаем. Джо, собачий кайф кой? Прикол, короче. Давай. Просыпай, Лес, Лес, Лесик, все нормально? Лес, ты... Прикол, что ли? Ага, Джо, ага, у него там, ага, у него там... Сержант Муратбаев, можно, пожалуйста, ваши документы? Видите, поворот не положу вместе. Нарушайте. Уважаемый, может быть, отпустите? Казах, позволь.
Ладно, сегодня 1 марта. День благодарности. Знаете, это праздник. День единства, дружбы. Поэтому прощаю. Езжайте. Больше так не повторится. Казах пузгой. А так казах пузгой же. Тем более казах пузгой. А так казах пузгой. Ладно, ладно, езжайте. Сегодня все-таки праздник. На работе тоже сказали. Праздник, да, какой-то? А где работаете? Коллектором работаю в банке. Долги с людей выбиваю. Документы дайте, пожалуйста. От всех народов Казахстана отблагодарю вас конкретно. Дай, все, оформляю полный. О, Мирзан, халайсин? О, салам алейкум. Салам алейкум, халайсин, брат. И салам алейкум. Хорошо. Че с рукой? Я руку сломал же. Да ты, а че, как? Да вчера таксиста вызвал домой. Он домой подъехал, я отказ нажал. Он разозлился, поднялся, мне руку сломал. В смысле, не понял, что, из-за этого руку сломать, что ли? Да я его понимаю, братан. Я же в Бахана сижу, 180 километров. Я тоже руку сломал, блядь, если так мне отказ нажал. А почему отказ нажал? Да я хотел посмотреть, что сделать таксист, если отказ нажать. Быстро назад села! Быстро, говорю, назад села! Руки свои не будет! Я назад сяду! Ты вперед садись давай! Вот вчера прикольно, футбол появился. Ты что в телефоне сидишь? С кем-то переписываешь? Здрасте, сотку! Короче, мы с пацанами в сауну зашли. Я пошла. Куда ты пошла? Да надо, убрался. Руки, пожалуйста. Хватит уже ругаться. Не надоело вам? Ты вообще в наши отношения не лезь, понял? И что ты с нами хочешь, Федин? Иди себе девушку найди, понятно? У нас вообще все хорошо, братан. Чего она? Ты какие-то ебанутые. Твой друг, который считает себя бандитом. Я долго не думал. Отключился же, братан. Сейчас, подождите, пацаны. У аппарата. Салам алейкум, да. Че, брат, заказывать что-нибудь будешь? Заказывай. Я не знаю, брат, чефир принеси какой-нибудь. Чефир. А так, братан, я тебе так скажу. Безделье — это игрушка дьявола. О, Кана фартовый. Фартовый. Салам алейкум. Руку, отпусти руку. Салам алейкум, пацаны, ёма. Кстати, братуха, ты видел, я же себе этот татуху наколол, понял? Ё-моё, братан, на зоне не вывезешь за эту татуху, жесть. Тебя сразу отпустят там. А так, повторюсь, безделье — это игрушка дьявола. Здесь задержка? Да, здесь можно. Ага, все, приехали. Спасибо большое. Да, не за что. Не поняла, это что только что было? Таксанул просто и все, там лишние деньги не помешают. И с каких пор ты таксуешь? Ну, она одна стоит на холоде. Я человечек же, нужно взять же. А что ты бабушку тогда не взял? А где бабушка? Не заметил бабушку? Не заметил, она в окно тебе стучала, сынок, открой. Да? Сейчас дай деньги, я в магазин схожу, хлеб как раз куплю. Какие деньги? Которые только что она тебе заплатила. А я не взял. В смысле, ты у нее и деньги даже не взял? Ну, вдруг студентка, вдруг деньги нужны, я вот не знаю. Капец мне, Жан. Ну хочешь, я ей позвоню, возьму у нее деньги. У тебя ее номер телефона есть? Она что дала мне, ты не заметил, когда мы ехали? Все классно, да, мне же. Бызги деньги лет не держу. Димаш, а лет женится же. Да ладно, классно же. Зато представь, сейчас все девушки плачут. Бери любую, успокаивай. Блин, слышал, да, все букмекерки закрывают. Не могу ставку поставить. Да ладно, классно же. Зато в Ковчегай будешь часто ездить, в казино играть, ну и заодно искупаешься. Блин, вчера на корпоративе набухался, блин, шефа в жопу послал, капец, блин. Да ладно, классно же, зато набухался. Блин, ключи от дома потерял, кажется. Да ладно, классно же, зато ты представь, домой придешь, а там у тебя в кровати посторонний кто-то лежит. И ты говоришь, какой сюрприз. В Алмате массово Toyota Camry угоняют. Блин, боюсь за свою машину. Да ладно, чина, классно же. Зато пешком будешь ходить. Похудеешь заодно. Че? Слушай, с братишком тендера раздался, двигаются нормально, четко, короче. Молодец, даешь братишком двигаться, да? А ты этого Кана узнаешь? Я? Че за Кана? Кана арбитрский. А, не, я не знаю. Я его раньше знал, сейчас не знаю. Это как? Я сейчас в Акимат устроился же. Работу, движение, она умно поднялся, а он там остался. Красавчик, молодец. Как, Ильяса знаешь вот этого высокого, да? Ильяса? Да, да. А, я тоже его раньше знал, сейчас не знаю его.
Я же там потом женился на дочке нефтяником, двигаться начал там. А он бояга остался, поэтому я знать его не знаю. Ну понятно. А ты этого Берика знаешь? О, Берика, конечно, кто его не знает? Все знают, только он меня не знает. Нифига себе, а он где работает? Он сейчас в аппарат президента устроился. Ох, ё-моё. Никого не чухает, брат. А меня тоже, наверное, не знает. Тебя тоже не знает, конечно. Смотри, Серик, который я раньше знал, Серик, видишь? А, Цоновский же? Да, да. Я его тоже не знаю.